Владимир Ружицкий в очередной раз проинспектировал ход строительства детского сада в поселке Калинино. Планируется, что учреждение распахнет свои двери уже в октябре этого года. На каком этапе находится этот социально значимый объект, узнавала наша съемочная группа. Строительство нового детского сада в поселке Калинино идет полным ходом. Открытие дошкольного учреждения на 180 мест с нетерпением ждут многие родители микрорайона. Ведь там будут работать целых 3 группы для ясельного возраста. Объект обойдется почти в 150 миллионов рублей. 70% из бюджета региона и 30% из казны городского округа. Современный, удобный, светлый, просторный, с хорошей территорией. Детский садик строится на месте двух домов. Они такого были барачного типа, мы специально осознанно снесли, потому что микрорайон этот и застраивается. Здесь есть и, будем говорить, и старый жилой фонд, и здесь молодежи много, есть потребность в садиках. Строительство детского сада идет по графику. На данный момент он готов на 50%. Уже закончено возведение 3 этажей и перекрытий. Переходим к отделочным работам, установке окон. Сети на сегодняшний момент уже подведены. И к отопительному сезону будет тепло. Осталось выполнить отделочные работы, установить окна, кровлю выполнить и установить оборудование. Кроме ясельных групп, в новом детском саду заработают 4 группы для детей младшего и среднего возраста. Как и полагается, в учреждении будет зал для музыкальных занятий, медицинская комната и кабинет психологической разгрузки. Для старших детей предусмотрели и зал-студию, тренажерные и спортивные залы. Учредители уверены, садик на Калинино распахнет свои двери уже в октябре этого года. Анна Троян, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ.